И здравствуйте, с вами канал Максимазы, и давно мы не играли уже в GTA 3 Definitive Edition. Короче, о, пришло время вновь сыграть. 2,5 месяца не играли. И я считаю, что надо бы продолжить. Чё же я так забил-то на неё? Забивать нельзя, мы должны пройти все. Ну, в общем... Не знаю, вот реально, вот не знаю просто почему. Почему-то вот эти вот игры, вот эти GTA Definitive Edition, которые вот почему-то, когда запись идет, вот когда и даже на записи, вот я просто сейчас вот записываю, у меня 60 FPS есть, но на записи почему-то их нет. Это реально странно очень. Ну и, собственно говоря, сейчас мне не очень-то выгодно 60 FPS. Делать, потому что иначе YouTube видео вообще хрен загрузится на YouTube из-за долбанных санкций. Интернет немножко ослабел, и теперь видео на YouTube грузится, ой, гораздо медленнее. У нас осталась одна миссия от Тони Сиприани, последняя, называется Blowfish. Окей, мне надоело уже это дерьмо. Все, надо покончить с рядами раз и навсегда. Лысый установил бомбу мусоровоз. Бомба на таймере, так что если облажаешься, улик не будет. Возьми машину. Будь осторожен. Эйтбол сказал, что бомба очень неустойчивая и может рвануть от любого толчка. Завод этот откроет ворот для мусоровоза, и ты проедешь внутрь. Припаркуйся между двумя цистернами с бензином. И сматывайся быстрее. Пусть пойдет дождь из взрыва. Нам нужен апокалипсис библейского масштаба. Последняя миссия, которую выдает Тони Сиприани, в которой мы должны бомбануть завод китайцев. О, окей, едем туда. И, блин, как же мне нравится ремастер. Вот все три игры мне прям нравятся. GTA 3 из них, я считаю, самая скучная, конечно, но все-таки, как в ней выглядит город, мне нравится. Мне очень нравится атмосфера. И вот реально довольно-таки приятно играть. Хотя миссии довольно скучные часто бывают. Бывают интересные, бывают скучные. Но по сюжету, как-то, я бы так сказал, скучновато. Залезай. Там. Так, короче, нельзя врезаться сильно. Поэтому надо... Иначе взорваться может раньше времени. Поэтому едем аккуратно, не врезаясь ни во что. Будет легко. Просто заедем на завод, припаркуем машину, активируем бомбу, нажав на R. Убежим, она бомбанет. И заводу хана, и бизнесу китайцев тоже хана. Кстати, вот обновление вот выходило на все три ремастера. И в этом обновлении исправляли какие-то ошибки, баги какие-то. Ой, только не это. Короче, сколько я понял, бомба рванет либо через... Либо в том случае, если мы слишком большой урон нанесем, то есть когда шкала заполнится полностью, либо уже через минуту 12 секунд. При обоих вариантах бомба будет взорвана, наверное. И нам этого не надо. Нам надо успеть доехать до завода. Так, вот китайцев надо опасаться, тут они продолжают стрелять. Как они быстро... Блин. Дурацкий фургон. Уже почти половина. У нас всего 40 секунд. Нам надо поторопиться. Но ничего, мы почти доехали. Надеюсь, что успею. Мы должны успеть. Как-то, но должны.
Ой-ой, только не перевернись. Открывайте двери. Открывайте двери, я вам сказал. Очень медленно открывают. Эх. А. Я выжил. Удивительно, но я выжил. Хотя много здоровья отнялось, конечно. Никаких китайцев уже, что-то я смотрю, тут нету. Завод взорвался, но Клод выжил. Это очень, нам очень повезло сейчас вообще. Просто охренеть, как повезло. Короче, у нас есть вариант ехать к Сальваторе сейчас. Где-то тут, по-моему, можно взять сердечко. Блин, тут коп ходит. И можно заметить, если мы украдем фургончик этот сейчас. Хотел бы я его угнать сейчас. Попробуем это сделать. Ну ладно, копов нет. Ну и пофигу тогда. Здесь где-то есть сердечко, надо его найти. Потому что все-таки у нас 30 хп осталось. Это немного. Стоп, не здесь. Разворачиваемся, разворачиваемся. Это не мне звонят, я думаю. А, вон он. Нашел. Отлично. Теперь можно ехать к Сальваторе. Где он там находится-то? Ага. Ехать не так уж и мало. Ну, в принципе, и не так уж и много. Думаю, доедем. Вот жалко, не показано на карте, сколько километров нам ехать надо. В GTA 5 показывали, насчет GTA 4 не помню. Но здесь не показываю. Ну, в принципе, это не так уж и важно, сколько километров. О, дождь пошел, ну охренеть. Отвратительно это будет. А, все, уже приехали. Вообще недалеко. Бомба Бейс Акт 1. Мы должны убрать этих колумбийских ублюдков, но война с рядами все ряды истощила наши. На продаже спанка картель сколотил внушительный капитал. Если мы пойдем на пролом, они просто размажут нас по стенке. Они, видимо, делают спанк на корабле, которым мы тебя кудрявы приводим. Так что нам придется проскинуть мозгами, вернее, тебе придется. Я, Сальваторе Леоне, прошу тебя о личном одолжении. Уничтожь фабрику спанка. Если провернешь для меня это дело, станешь членом нашей семьи. Будешь иметь все, что захочешь. Отправляйся к Эйтболу. Тебе понадобится его помощь, чтобы взорвать корабль. Блин, его кресло так реалистично выглядит. Так, восьмеркой обозначается он. Эйтбол. Эйтбол. Блин, так... так интересно звучит. Никнейм этот. Ехать туда недалеко совсем.
буквально за угол. О, дождик прошел, что ли? Отлично. Прямо у нас на глазах. Блин, нормально, припаркуйся. Господи, да что ж ты ровно ехать-то не можешь? Бомба до бейс, акт 2. Здорово, дружище, Сальваторе мне звонил. Для этой работенки много взрывчатки потребуется. Мне нужно 100 тысяч на покрытие расходов. Но ты же меня знаешь, я гарантирую, что каждый доллар будет потрачен с пользой. Приходи, когда бабки будут. Но бабки-то у нас такие уже есть. Ну-ка, погнали. Boom the base, act 2. Ну ладно, тогда возьмемся за дело. Взрывчатку я заложу, а вот оружие я пока не могу в руках держать. Вот, с винтовкой ты подаряешь несколько дурачков, которые там будут мешать нам. Ой, чего вы мне там пишете? Идите нафиг пока, блин. Интересная, интересная винтовка, да. Странно, дождь только что закончился, а теперь он опять начался. Что за ерунда такая, а? Ну и да, темнеть уже ничего. Погода реально выглядит штормовато. Собственно говоря, Итбол появлялся в самом начале игры еще. Мы с ним ехали в первый раз к нашему убежищу. Так, доехал. Никогда долго не приходится здесь ехать. Займи позицию получше, я пойду сразу после того первого выстрела. И первый выстрел будет по вот этому вот, который возле лестницы. Не, какой лестницы? Ну, проходу на корабле, в общем. Ой, да. Так, вот надо понять, где тут забираться. А, вот здесь. Ряды что-то не особо-то обратили внимание на то, что фургон какой-то сюда подъехал. Типа, что такое, что он здесь делает и все такое. По-моему, кстати, где-то тут мы и остановились. Где-то на этой миссии нет, по-моему, не на этой миссии, по-моему, раньше остановились оригинальную версию проходить. Так, начнем с этих. Не вовал, что ли? Все, по-моему, больше нет. Совсем это легко было. О, как ты успеваешь бежать, когда бомбит все здесь? О, прям последнее мгновение бежал. Все, нафиг затонул.
охренеть, сколько нам денег дали за это. Впрочем-то, не сказать, что много. По сути, нам дали... Вот 100 тысяч мы ему давали. И нам 100 тысяч с чем-то там еще выдали. Ладно, поехали к Сальватору. У нас еще одна миссия там есть от него. Опять тот же... Опять ехать столько же надо будет. Так, и это был последний раз, кстати, когда Эйтбол появляется в игре. Собственно говоря, из Тони Сиприани мы больше с вами не увидим. Last requests. А вот и мой любимый чистильщик. Я очень горжусь тобой, пацан. Ты дал просраться этим хлыщам. У меня для тебя одно небольшое дельце осталось, прежде чем мы отпразднуем победу. Рядом с клубом лыжи стоит одна машина. Мозгами вся забрызгана внутри. Выбили одному парню там дури с головы, вышло не очень хорошо. Отгони эту машину в утилизатор, прежде чем ее копы найдут. Ладно, давайте отгоним. Мозгами все брызганно говорить. Страшно даже представить все такое. Это Мария. Автомобиль ловушка. Приезжай на пирс к югу от моста Каллахан. Что ж, ладно. Действительно, если мы заедем туда и сядем в этот автомобиль, мы взорвемся. Так что едем туда, куда сейчас указывает нам навигатор. Действительно, я пробовал садиться в ту машину, реально мы взорвемся. Слушай, Сальваторе думает, что мы за спиной крутим роман, поэтому он и заключил с картелем сделку, чтобы тебя заложить. Я не хотел допустить этого хуже всего, потому что это все моя вина. Я рассказал, что мы друг другу понравились, и... Я сам не знаю, зачем ты сказал. Теперь ты мишень для мафии, для территории нечего. Я видел слишком много убийств, слишком много крови, я... Это моя знакомая, старинный друг. Ее зовут Асука. Ей можно... Хватит болтовни, нам надо убираться отсюда, пока не примчалась Сарава из встречных альянсов. Что ж, Сальваторе не понравилось, что мы с его женой вместе были. Вот теперь от Клода хочет избавиться, и это очень хреново. Придется нам грохнуть его потом. Кажись.
Нас, сука, надо кое-что обсудить. А ты пока осмотрись. Тебе надо найти место, чтобы затаиться, и возле парка Белюли есть склад, который тебе подойдет. Возвращайся ко мне, когда будешь готов. И мы обсудим кое-какие дела. Не знаю, за что мне сейчас 20 тысяч дали. Ну ладно, дали так дали. Так, в общем, первая часть игры на этом закончена. По сути. Теперь дальше у нас идет вторая часть. На... Вот на этом острове втором. К этой Асуке. Как, блин, имя звучит как-то не очень прилично. Ну, и такое вот реальное имя. Давайте съездим туда, посмотрим наше новое убежище. Новый остров. Вот, ну, машина, которую я не наблюдал на том острове. Стоп. Нам сюда надо. Короче, можно здесь оставить... Нет, не здесь. Оставить здесь машину. Тут уже две машины в ней влезут без, вообще без всяких проблем. Ну и сюда заходим, и тут сохраняемся. Что ж, на сегодня закончим. С вас лайкос, подписосы. Хорошие деньги за старые и новые машины. Быстрого реагирования. Подгоняй их к крану в северо-восточной части гавани Портланда. На сегодня закончим. С вас лайкосы и подписосы, с меня эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, Субадеев, в Яндекс.Дзен канал. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Всем пока.